Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребятам, покажу, как же можно получить лаки-блоки в самом обычном ванильном Майнкрафте. Давайте для начала покажу, что это такое лаки-блоки. То есть у меня есть яйцо призыва, это яйцо призыва под названием лаки-блок. Я его ставлю сюда, теперь я его разбиваю. Так, ну тут мне выпала гнилая плоть, ну как обычно я неудачник. Теперь ломаю второй лаки-блок, и тут мне выпадает вообще бедрок. Вот это победитель по жизни. Теперь давайте я вам покажу, как же все это сделать. Ребята, во-первых, нам нужен один командный блок. Давайте я его поставлю сюда. Дальше я открываю наш командный блок. Нажимаю Ctrl-V. Ребята, ссылочка на эту команду будет в описании. Вам необходимо будет ее всего лишь скопировать и вставить в этот командный блок. Дальше нажимаем «Всегда активен». Нажимаем кнопочку «Готово». И нам остается только ждать. Ждем буквально секунд 30-40. А, хотя даже меньше, ничего себе, буквально секунд 10 я жду. Вот у нас, ребят, сколько командных блоков. Теперь мне нужен мой незерит, да, или незера, как называют. Давайте я его поставлю куда-то в воду, чтобы, ну, не было пожара. Как-никак, я за здоровую природу. Здоровая природа. Ну да, Кент пока может сказать какую-то глупость, не обращайте внимания. Теперь, ребята, нам нужен огонь. Давайте даже вот так сделаю немножко повыше. Я зажигаю наш незерак. И теперь я беру самые обычные золотые слитки и кидаю в наш огонь. О, великий огонь! Мне нужен лаки-блок! Так, давайте я это выкину, чтобы вы, ну, не думали, что там махлю или какой-то обманываю. Мне нужен лаки-блок! А где лаки-блок? Дайте лаки-блок! Так, счет Кенту не везет, лаки-блоки не выпадают. Блин, ну вот это я, ну, я, конечно, ребят, извиняюсь. А, возможно, из-за того, что я в креативе, давайте я выйду из креатива. Но почему-то лаки-блоки не выпадают. А ну-ка, сурвайл. Все, ребят, все будет, буквально один момент, вот кидаю. Опа, они сгорают! Ух ты, вы видели? То есть они есть, но не сгорают. Вот, блин, штаны за 40 гривен. Дайте мне мои лаки-блоки. Так, понятно, все. Все, давайте я немножко отойду. О, вот тут все будет в порядке. Все, поджигаю и кидаю теперь золотые слитки. Все, один лаки-блок у меня есть. Давайте я поставлю куда-то сюда. Блин, я еще не сломал лаки-блок, а он уже как-то активировался. Опять Кента пока в ловушке. Так, пока я не умер, давайте я зайду в креатив. То есть, ну, как обычно, Кента все пошло не по плану, не обращайте внимания. Блин, откуда вообще взялась эта фигня, я не понимаю. Давайте я уже в конце концов сломаю этот лаки-блок. Что же мне с ним выпадает? Ничего не выпадает, окей. Я понял. Так, ну давайте дальше экспериментировать. Я кидаю обратно золотые слитки и получаю взамен лаки-блоки. Ну, я не вышел. А, все, я получил два лаки-блока. Давайте я отойду куда-то подальше, чтобы не было никаких ошибок, никаких багов. И теперь давайте их заспавню. Так, один лаки-блок есть, и теперь второй лаки-блок тоже есть. Я выхожу из креатива. И давайте их сломаю. Ой, что-то их долго ломать. Ну, чего не сделаешь. Ради вас, мои любимые подписчики, ломаю лаки-блоки. Ну, блин, там долго ждать или нет? Ну, давайте быстрее уже. О, я сейчас уже состарюсь. И мне выпал золотой меч. Но это не просто золотой меч. Он зачарен. Острота 4, отдача 2, прочность 5. Горячая стрела 2. Правда, непонятно, зачем горячая стрела. Но спасибо за это. Так, и теперь давайте ломать второй лаки-блок. Так, теперь я зайду в креатив. И что же мне выпадет? Ага, мне выпал эффект замедления. Слушайте, ребят, реально очень круто. Офигенная идея. Я еще раз повторю, что команда будет в описании. То есть вам необходимо будет перейти по ссылочке. Дальше скопировать эту команду и вставить в командный блок. Я думаю, что на этом уже можно заканчивать. Если вам понравился данный видеоролик, то, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет безумно приятно. Также, ребята, пожалуйста, сделайте репост в социальной сети. Это будет безумно приятно в квадрате. А с вами был ваш Кент. Всем удачи, всем пока.